Дагестанцы активно пользуются функцией телемедицины. Теперь за консультацией врача не обязательно ехать за пределы региона. Кому далеко ехать в больницу из своего аула, а кому-то нужно оставаться на карантине. Как в таких условиях попасть на прием к врачу, расскажет Карим Даниев. У меня пару дней как высокая температура и мучают головные боли. Я просто не знаю, какие анализы сдать мне или... Пациентка Патимат находится в карантине из-за подозрения на коронавирус. С момента появления первых симптомов простуды ей предписано сохранять строгий карантин. Но благодаря функции телемедицины она остается на связи со своим врачом, получает консультацию и назначение. Кроме как головные боли, есть ломота в теле, боли в мышцах? Да. Потливость, да, слабость. Учитывая большое количество больных коронавирусной инфекцией, очень актуально введение телемедицинской консультации. Это очень удобно и для больных, и для врачей. Телемедицина – это новый способ приема у врача. Теперь, чтобы получить консультацию и рассказать доктору о своих недугах, достаточно позвонить в режиме видеосвязи. На 7-8 день, если ваши симптомы не пройдут, нужно будет провести исследование МСКТ органов грудной клетки. Сегодня у каждого человека в кармане есть смартфон. Интернет и видеосвязь уже давно стали привычным делом, а теперь такие технологии применяются и в медицине. В Дагестане одной из первых клиник, подключивших телемедицину, является Альтермед. Эта передовая клиника находится в Хасавюрте, и получить в ней консультацию удобно любому жителю республики и даже страны. Мы решили внедрить это именно здесь, в Дагестане, потому что в Дагестане большое количество удаленных районов. И если сейчас, летом, еще большинство пациентов имеют возможность доехать до медицинских центров, то в зимний период это уже достаточно затруднительно. И многие пациенты хотят обратиться к доктору, но не могут, не имеют возможности. Но на самом деле и в летний период, в любой день, это уже не имеет значения. Пациент может, придя на первичную консультацию, повторно подключиться к доктору по телемедицине, находясь на работе, дома, где угодно. Здравствуйте, Зарема. Получены ваши анализы, ваши лабораторные исследования. У вас обнаружено 3 инфекции. Зарема живет в удаленном поселке. Добираться до города ей тяжело, но возможность связаться с врачом клиники Альтермед по видео ей здорово облегчила жизнь. После первичного посещения клиники и сдачи анализов ей не приходится заново ехать несколько часов из своего поселка, чтобы узнать результаты. Слушаю. Скажите, пожалуйста, насколько опасны вот эти вот инфекции, то, что вы обнаружили? Эти инфекции сегодня очень хорошо лечатся, если вы будете своевременно выполнять курс лечения и регулярное наблюдение. То когда пациент уже обследован и у нас есть его результаты, часто для того, чтобы пациенты не делали дальнюю дорогу, то есть из дальних районов, из отдаленных районов, мы можем проконсультировать по результатам анализов дистанционно. Такой телемедицинский прием, так же, как и обычный прием, позволяет сделать рекомендации пациентам, позволяет дать им назначение, отправить. То есть многие вещи мы можем сделать по дистанции. Получить консультацию по видеосвязи в клинике Альтермед можно практически по всем направлениям. Здесь работают лучшие врачи не только Дагестана, но и Москвы, Ростова и Астрахани. А также приезжают зарубежные доктора. Пациент, даже если, например, лабораторные исследования были сданы не здесь, не в Альтермеде, а где-то, он также их может подкрепить к приему телемедицинскому. Врач рассмотрит и даст заключение. Если пациент проходит, сдает анализы здесь, то уже заранее к телемедицинскому приему мы подкрепляем лабораторные исследования, и доктор на основании полученных данных дает рекомендации пациенту. Телемедицина сегодня – это новая ступень в развитии здравоохранения. Карим Даниев, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Хасавюрт.